Всем привет из солнечного Сочи. Звездная аллея. Морской порт Сочи. Что, они здесь барбульку ловят? Нет, это вот, в самом начале. Как мы зашли, там касса была. Ну, голубь на руку ей сел. Классно, как будто прям со здания льется, да, вода? Прям из здания. Полотенце. Что полотенце? Здесь тебе а здесь я уже Потери полотенце. Да, уже все. Сегодня мы купаемся вдвоем. Сережа с Настей на экскурсии. Где? Она тоже на массаж пришла. Наверное. Сходили за пивасиком. Накупались уже. Сегодня народу поменьше. Немножко. А может, уезжает кто-то уже, да? Поэтому поменьше. Да? А может, жара то, что? Сейчас как раз жара. Поэтому, наверное... Все себе пивасик пьют, кто-то вино пьет. Вот наши лежаночки самые яркие. Вчера? Ну и когда? Мне кажется, каждый день так лежали, просто сегодня чуть немножечко по это. Сегодня волн нет таких. Первый раз, сколько мы здесь отдыхаем, нету таких волн. Я уже успела подгореть. Уже начинает облазить. А вон там на спине облазит, нет? Вон там. Нет, у тебя только нет? Вот тут. Вот только вот это место? Да. Тут только все. Тут уже нет, ничего нет. Там все нормально? А кожа какая-то все равно сухая.
Ну вот солнце какое. Как будто бы она хочет облазить. Только вот, вот, вот тут вот. Вот тут, по-моему, тоже появляется. Сейчас Настя приедет, расскажет свои ощущения после экскурсии. Я думаю, ей понравилось. Ну, она сказала, что ей понравилось. Ну, конечно, это ты что, это едем. И так высоко, ну и в горах, и под облаками. Она же никогда не была. Она и на самолете не летала. И, а тут получается, как высоко. Вот, а на самолете летишь, вот такие вот облака смотришь, знаешь, как будто вот с вату накидали. Ну и видишь, они сегодня на самый верх-то поднялись. На самый пик-то вот этот вот. И говорит, там облачно, прям облака. Получается, они над облаками были. Конечно, ей интересно. Расскажет. Уши заложила от высоты. Ну, вот на самолете, когда взлетает, высоко в горы поднялась. На подъемниках. И потом все, ну, как-то нормально стало. Ох, не хочется домой вообще. Домой не хочу. Вспомню, что уезжать домой не хочется. Почему у нас отпуск не по полгода? Ну хотя бы месяца по три. Ну то сколько денег-то надо, чтобы здесь на 3 месяца тормозить? Это надо устраиваться на работу, тогда работать и жить здесь. Найти работу 2 через 2. За квартиру платить. Чтобы 2 дня работать, 2 дня на море быть, да? Да, да. Можно найти работу ежедневную и ходить кукурузой по берегу торговать. Что-то я каждый день на работе и на море. И загорела. Всю кукурузу продала, пошла искупалась. И лежи, загорай. Или пиво, да, как он эти ходит. А он и не устроен никуда. За 30 рублей здесь по столику ходить. Да. В магните по 30 рублей на покупал. Заморозил, и да, пошел по берегу. По 100 рублей. А что, неплохо? 10 банок по 30 рублей купил, по 100 продал, 700 рублей, считай, заработал за день. А мы стоим, смену, работаем, улыбаемся всем. Ну, конечно, не всем. И, конечно, не всегда улыбаемся, да? Но все равно. Плюс эту рыбу они продают. Я обалдела, вобла. Чем старше, все реже, реже улыбаемся. Да, вобла, 100 рублей штучка. Я говорю, у нас разнос на 100 рублей вытягивает. Так там их штук, наверное, сколько? Ну, штук 15 точно лежит вот таких воблочек-то. А у них тут 100 рублей вобла. Так я бы разнос сюда привезла. С одной воблой только. Ну, я не знаю, как рыбу берут, не берут. Но пиво-то холодное берут все на пляже. Смотри, какой камушек с какими этими. Блестит внутри весь. Что это в нем такое? Красивый какой. Ну вот. Я вот все хочу рыбу. Набери сразу камней, вдруг когда-нибудь рыбок заведешь, в аквариум накидаешь. Домой вези мешок камушков. Я жду свою очередь на массаж. Через 5 минут пойду. Массаж был супер. Где там? А ты снимала ее, да? Эту женщину тоже? Ой, классно. Вот, вот это место, вот левую сторону было не больно, а правую было больно. You're dragging me, it's constantly. No, I won't make a sound. I love the pain, it sets me free. It's wrong, I can't make right. I love the better below you, telling myself that this is.
шашлычок. Люля-кебаб. Нет, под пепси. А где? Пепси-то убрали со стола? Уже не пили. Арбузик. Свою поставить? Твою пепси. Ну, арбузы реально у них очень вкусные. Надо с собой взять арбуз. Куда? В поезд. Вот такое мяско я люблю. Это тоже шея, но вот с маленькой-маленькой прослоечкой сала. Покажи, ребятки, бак наш очень вкусный. А как показать? Вы его луком закидали весь. Сдавай, у вас его не видно. Лук. Вот, люля-кебаб. Это одна такая большая была, вот напополам ее. Но она большая. 350 рублей вот такая вытягивает. У меня два кусочка мяса вытянуло. Ну, где-то примерно так же. Я отдала за люля-кебаб. Получается, у меня люля-кебаб, шашлык и два соуса. И лаваш. У меня вышло 700 рублей.